Здравствуйте. Время новостей на телеканале ЖТСУ. В студии прямого эфира Еламан Раимбеков. 13 июля президент объявил днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами коронавируса. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил в телеобращении к народу Казахстана. Глава государства призвал соотечественников проявить стойкость и ответственность перед испытаниями, которые выпали на долю людей. В ходе обращения отдельно остановился на улучшении лекарственного обеспечения. В этих целях сокращены сроки и упрощены процедуры сертификации лекарственных препаратов. В розничную сеть уже поступают необходимые лекарства. Доставлено 800 тысяч упаковок парацетамола. До конца недели ожидается поставка еще 900 тысяч упаковок. 150 тысяч упаковок антибиотиков уже отгружено в аптечную сеть. Государство принимает все меры для стабилизации ситуации. Укрепляется первичная медицинская помощь. Уже сформировано 400 универсальных мобильных бригад для оказания комплекса медицинских услуг населению на дому. До конца июля их количество будет доведено до 3500. Начата работа по увеличению мест в больницах. С момента моего поручения количество коек для больных коронавирусом увеличено на 70% и доведено до 43 тысяч. Активно вовлечены в эту работу и военные медики. Благодаря ресурсам вооруженных сил развернуто более 500 коек. В места особых вспышек передислоцируются полевые госпитали. Идет привлечение и интенсивная переподготовка медиков в запасе. Для повышения доступа к тестированию дооснащаются действующие лаборатории. Дополнительно закупается 20 ПЦР-анализаторов. Создаются 8 мобильных центров для ПЦР-тестирования, в том числе и сельского населения. Все это позволит увеличить количество тестов до 40 тысяч в сутки. Мы продолжаем нашу борьбу с коронавирусом. Нет сомнений в том, что победа будет на нашей стороне. Мы не должны опускать руки, поддаваться депрессии, апатии. Сегодня, как никогда, нужно проявить наше единство. Мы никого не оставим в беде и будем биться за жизнь и здоровье каждого казахстанца. Спекуляция лекарственными препаратами, похоже, может стать одним из доходных бизнесов. Некоторые граждане пошли куда дальше и организовали прямо на дому нелегальную аптеку. Минувшим вечером в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции накрыта аптека, функционирующая в селе Алтын-Емель Кирбулакского района. В частном доме были оборудованы прилавки, на которых был представлен самый востребованный фарм-ассортимент от дрожжей до инъекций. У 63-летней хозяйки подпольной аптеки не имелось никаких разрешительных документов. Лекарственные препараты она скупала целыми коробками в аптеках района. 63-летняя жительница села Алтын-Емель Кирбулакского района оборудовала у себя в доме так называемую аптеку, где продавались практически все виды медикаментов и препаратов повыше своей стоимости. Установлено, что данная аптека работала несанкционированно, без лицензий и разрешительных документов на продажу лекарственных средств. Перекупщица приобретала лекарственные средства в одной из аптек районного центра. Изъято порядка 60 наименований лекарственных препаратов различных видов. В настоящее время расследование продолжается. По данному факту будут приняты соответствующие меры, а виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. К другим темам. В Алматинской области продолжается реализация государственной программы «Бастау бизнес» по стимулированию предпринимательства. Только за прошлый год в Талдыкургане обучились по данному курсу 350 человек. 200 из них успешно ведут свое дело. Деятельность по развитию бизнес-сферы продолжается и в этом году. Талдыкурганец Асламурат Сабыржанов – предприниматель. Занимается регулировкой автомобильных фар. Запустить свое дело смог благодаря курсам предпринимательства в рамках проекта «Бастау бизнес». Пройдя обучение и защитив свою идею, получил грант на сумму порядка 500 тысяч тенге. На эти средства закупил весь необходимый арсенал для запуска своего дела. Про проект «Бизнес Бастау» я узнал в социальных сетях. Первое. Потом мне сестренка сказала, что НПП «Атамекен» производит курсы обучения для начинающихся, получается, предпринимателей. И вслед за этим сходил в Атамекен и зарегистрировался. То есть после этого прошли обучение, благодарим наш руководящий состав. Сейчас ведем деятельность в связи с карантином, все равно сейчас всему Казахстану тяжело.
также и нам нелегко приходится, так как приходится отказаться от многого, работать только в закрытом режиме и соблюдать карантинные нормы. Сейчас, в период пандемии, курсы «Бастау бизнес» перешли в онлайн-формат. В планах обучить правилам бизнеса порядка 3000 человек по Алматинской области. Процедура участия в проекте проста. Достаточно получить направление от центра занятости. Сейчас закончили первый поток, началось второй поток. В каждом потоке по 100 человек обучаем. Чтобы учиться в онлайн-формате, надо зарегистрироваться в центре занятости или палате предпринимателей «Атамекен». Онлайн обучение проводится дистанционно. Каждый участник может дома через компьютер или через сотки может учиться дома в сайте Атамекен Академии. По программе «Еңбек» выделяется грант 200 МРП, а по программе «Дорожная карта бизнеса» до 5 миллионов тенге можно получать грант. И есть по программе «Еңбек» льготный кредит под 6%. В рамках проекта «Бастау бизнес», который инициирован Национальной палатой «Атамекен», каждому участнику подходят индивидуально. Бизнес-тренер обучает налоговым бухгалтерским учетам, составляет тайм-менеджмент, маркетинговые и другие стратегии, необходимые для ведения своего дела. Елеман Рымбеков, Ася Дюсенбек, телеканал «Жетсу». Беспорядки и столкновения с полицией в Белграде. Тысячи людей вышли на акцию протеста, узнав о повторном введении ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Радикально настроенные демонстранты прорвались в холл здания сербского парламента, подожгли полицейские автомобили и мусорные контейнеры, забрасывали стражи порядка камнями. Более подробно в обзоре международных новостей. В результате стычек в Белграде пострадали 43 полицейских, 17 манифестантов, 23 человека задержаны. Накануне в Сербии был зарегистрирован самый высокий суточный показатель смертности от COVID-19. Президент страны назвал ситуацию критической. Глава государства заявил, в Белграде вводится запрет на собрание свыше 5 человек. С пятницы до понедельника будет действовать комендантский час. В России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Его подозревают в убийствах и покушениях на убийство нескольких предпринимателей, совершенных на территории Хабаровского края и Амурской области. В рамках уголовного дела задержаны еще 4 участника организованной группы. Им обвинения уже предъявлены. По словам юристов, в случае, если вина Фургала будет доказана, его могут освободить от ответственности за давностью совершения преступлений. Легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона может стать главным тренером сборной Испании. Об этом сообщает Марка. По информации источника, такой исход вполне вероятен, если Антонио Торрес станет президентом Королевской Федерации Футбола Испании. Кандидат на пост заявил, что уже провел предварительные переговоры с аргентинским специалистом и заявил, что стороны договорились между собой. Обзор зарубежных новостей подготовила Ануара Мангельдинов по материалам интернет-ресурсов. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся в 21:30.